Дима Билан приехал в Караганду с концертом. Семья Тюткиных смогла приобрести только один билет. Ну и кто пойдет? Я пойду. Ну, могла бы я сходить. И я бы не отказалась, конечно. Ой, ой, что ж делать? Это один билет на всю семью. Как хотел я по листве, по золотой. Как хотел я целый день бродить с тобой. Мамка-то все тексты знает. Мам, ты ж молодая. Ты же еще сходишь, как мне хочется, да, а я знаю точно невозможное возможно. Я знаю точно, как там Дикстан. Ну ты ж помнишь, пели вместе, да, а never, never, never let you know. Pressure, мать, про pressure. Как там, подскажи мамке-то, ну. Все, мать решила, мать пойдет. Ой, не держите. Мама, ну вы же старая. Ах, значит, старая, как с вами в клубе Нижний Брейк отдал бивать мать молодая, а как с Билан, так старая. Я б на Билана пойду. А ты почему? Я с ним служил. Ты чего? Ты с чего взял? Да, мам, он с чердака упал. Угу. Спасибо тебе, очень мило было с твоей стороны. Так, так, ну-ка, стой, никуда ты не пойдешь. Там же одни девчонки, я тебе серьезно, там же одни девчонки, у тебя невеста есть? Нет у меня никакой невесты. Как это нет? Вот здесь лежали вчера невестой, называл ее, я ж помню. Да нет у меня никакой невесты. А так и я твоя невеста? Ты что, с ума сошла, что ли? А так и сошла, Билан же приехал, а что? Билан приехал. Я тебе говорю, да ты не пойдешь-то никуда, я тебе говорю, скотина, все, стой здесь, дома будешь, все. Я тебе говорю, мать, я пройду. Я тебя в угол поставлю, мать, все. Мать, мама, не пускай его. Да поймите вы, мама, Билан не ваш кумир. А чей же он кумир? Я знаю все его песни. Чей он кумир? Кто мой кумир? Скажи мне тогда. Вот ваш кумир. Пять минут, это много или мало? Людмила Марковна? Кумир? Привет, Тюткины!